Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Шурин. И моя мама ведет канал Любовь Зеброва. И это видео специально для нее. А зачем? Затем, что иногда я буду выкладывать, делать видео для маминого канала. Моя мама увлеклась видео. Вот. Собственно, мама, привет, всем привет. Подписывайтесь на канал Любовь Зеброва, где много интересного видео о кулинарии, о городе Набережные Челны, о каких-то самоделках. Будет мое видео о походах, о теме выживания, о моих друзьях. Ну и просто интересные зарисовки. Вот. Оставайтесь с нами. Костер, Фискарс, Лазерман, Зипа и один из лучших фотографов Набережных Челнов Валентин Сиваченко. Что такое поход выходного дня? Это природа, свежий воздух, сосиски, горячий чай, разговоры. Убегающий Валентин Сиваченко. Вот. Это релакс на самом деле после трудовой недели. Подышать свежим воздухом, побыть наедине с природой. Это здорово. Никакие таблетки, настойки пустырника, виски, водка не дают такого эффекта. Вот. Сейчас мы видим рабочие моменты, как Валентин снимает. Кстати, он всегда так снимает. Вот. Имеется в виду всегда так. Если надо лечь, он ложится. А вот то, что называется мужские игрушки. Это Лазерман, Сайдкик, Зипа Классик и Фискарс X7. Очень хорошие инструменты. Особенно Лазерман. Это, кстати, второй. Первый у меня сломался. Ну, как сломался? Я его сломал. Сломал нож, отправил по гарантии. Мне привезли, вернули абсолютно новый нож. Зажигалка Зипа, подарена моей мамой и моей любимой девушкой Светой. Ну, а Фискарс мне подарил мой друг Василий. Вася, привет, если смотришь. Много лет на этой площадке, полянке, мы с друзьями приходили заниматься рукопашным боем летом. Вот на этих деревьях мы оставляли свои сумки, переодевались. Вся полянка была вытоптана, здесь было человек 10-15. Это было хорошее время. Сейчас, если прислушаться, можно услышать дятла. Их очень много в этом лесу, есть и зайцы, есть даже лисы, белки. Туристы. Полянка, как говорят, намоленная. Сколько здесь было разговоров, пота, чуть-чуть крови даже было. Шашлычки, чаек. Вот какой-то мальчик бежит. Сейчас вот я нанизал на шпажке 4 сардельки. Чуть-чуть убавил костер. Вот. Так что скоро мы будем пить горячий сладкий чай с сардельками. Валентин тоже известный видеоблогер. Как правило, его работы сделаны в формате таймлапс. Вот. Сейчас он на свой новый штатив Майнфрот устанавливает фотоаппарат. Это видео будет? Будет? Это будет видео, да. Вот Валентин говорит, это будет видео. А, нет, он говорит, это будет бомба. Вот он, живой огонь. Сосиски из натурального мяса без сои. Не помню, кто производитель, но это не важно. Сказано, что они, по-моему, сливочные. А может, нет. Вот. Топор Фискарс. И мамин термос, который я слегка подпалил. Ну, совсем слегка. Вот мы видим, как Валентин работает. Это энтузиаст своего дела. Ладно. Прекрасный мастер. Кстати, Валентин прекрасно готовит. Если вы заглянете на его инстаграм, ссылочку я покажу чуть ниже, на его страничку, вы увидите много интересных работ. Таким работам, я думаю, позавидуют шеф-повара хороших ресторанов. Его безе оценили даже в Москве. Где? На Рублевке? На Рублевке, да. То есть, а торт «Черный Чарли» или как его называется? «Темный Ларри». «Темный Ларри». Все испутал. Но это было что-то вообще с чем-то. Валентин в процессе записи таймлапс. Посмотрим, что у него получается. Пока еще ничего не получается. Круто получается. А, подожди, потом. Вот так и создается эффект движущейся камеры. Уже поджаристые, даже одна слегка подгорелая сарделечка. Огонь.
поход выходного дня. Рекомендую всем после трудовой недели брать легкий рюкзак, уходить в лес недалеко, можно на базы, костерок, сарделечки, чаек, никакого алкоголя. Подходит к завершению наш поход выходного дня. Догорают бревнышки, чтобы после нас остались только маленький-маленький уголечек, потом засыпем. Вот. Получено массу удовольствия. Съедено 4 сардельки, 1 шоколадка, литр чая. Вот. Так что рекомендую.